Ремонт фасада за счет средств городского бюджета – настоящий подарок для жителей многоквартирных домов. В этом году в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества жилых домов и муниципального жилищного фонда» запланирован ремонт 6 фасадов, расположенных в самом центре города – на улицах Калинина, Садовой, Громобоя. Александр Кузьмичев сделал несколько замечаний к работе подрядной организации. Мы обратили внимание на необходимость приведения не только фасадов, но и нормативного состояния прилегающей территории, в частности, ограждений, которые около этих домов имеются. Поэтому эти работы будут тоже выполнены подрядчиком. Список домов, которые необходимо ремонтировать, формируется из заявок граждан и предложений депутатов. Решение о проведении ремонта принимается коллегиально. Дом должен иметь выход на главные городские улицы. Это должно быть здание, представляющее историческую или архитектурную ценность. В доме на улице Громобоя рабочие сейчас отбивают штукатурку и создают новый слой. Весь материал делался под заказ, то есть непосредственно не то, что купили и нанесли, а именно делали обследование для этого дома, потому что это постройка старая, то есть и как бы имеет свойства впитывания и тому подобное, чтобы как бы влагоотталкивающий материал в дальнейшем, чтобы не было разрушения. Подрядчик дает гарантию качества 5 лет. Работы дорогостоящие. На 6 домов уйдет 16 миллионов 800 тысяч рублей, рассказывает глава администрации. Собственники не всегда готовы вложиться в фасад в первую очередь. Тем не менее, город должен быть красивым, поэтому администрация готова помочь. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.